Так, вы просто сейчас офигдались с твоих орехов. Посмотрите. Да, это плохо. Полное ведро. Это еще не все, это не все. И вот это. Давайте я тоже. Почекай, треба аккуратно, бо зараз по всій хаті мене. Куди лупити? Ну такого, оце. Та де ви їх полупити, коли ви зазиваєте? Ні. Смішно. Тока, капець. Це ще я зберавлюся, що? Ну от їй же помню, капець. Посмотрите, а я вам що говорю? Жесть. А от... Еще раз вам повторяю, я просто ждите, выйдет ролик, там где я буду есть печеньки желудямы. Это так, на стол помытый. Это... Вот это... А где Аня? Это лимон. Небольшой пранк, как сказать. Так. Сколько тут кувеликов, конечно. О, еще один. Желудь. Тебе надо похватить. Сколько желудей? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Д, 2 или 1. Конечно, шукаю. А вот. Все. И как раз и было больше. Что, давайте пошукаю, если больше. Где говорите, где ходить? Никаких только и был. Вот здесь. А. Все, ребята, мы просто. Здесь мы порежем их. Он реально крепкий. Песеньки купляем, это не завтра и не пицца завтра, просто ждите. Мы ем, нарезаем кусочки, на песеньку ложим, кусаем. Я говорю, как это, да, крутые ролики требуют жертв. Ладно, я пока еще поищу, ты тут нету, походу ты, нет. Давайте возьмем какие-то. Давайте возьмем орехи. Так. Давайте возьмем орехи. Давай орехи помоем. Пранк получился. Как вам пранк? Ну, я думаю, за пранк надо поставить лайк. Ну, за сколько орехов точно надо лайк влепить. Ладно, обалдели? Я обалдели, кажется, сам. Так. Шо? Сейчас нам нужно... Что? О, нет! О, нет, не знаю, кто кого! Она потом щипать будет. О, я знаю, она потом щипать будет. Не ожидайте увагу, надеюсь, я когда-то... Я... Ребята, я не знаю, я выпущу картонный ролик. Наверное, нет. Я не выпущу, наверное. Ролик с картоном. Ну, это жесть. Да, ребят, у меня выпал зуб. Уже пару дней там. Матвей, что с ничего надо? Просто кувель. Такий сік, слухай, дуже. Це що? Як ми його подушимо? Йод. Бачиш, скільки йоду? Що таке йод? Лікарство? Ну, бачиш, це йод. Бабі, треба його положити, сухнуться. Угу, я знаю дуже полезний мед. Це для тебе і для діда якраз. Так, я так теж подумала. Не знаю. Як? Давай я просто попробую ради підписчиків. Дивіться, зараз ти будеш... Бачиш, які баби заробить руки всі в йоді. Давайте.
Тут танец, только вы видите. О! Тут что-то идет. Господи! Ребят, вы не здивованы? У меня сейчас весь чехол будет к этому. Ёлады, жесть. Ну, сейчас я просто попадал в руку и все. Майже из окна. Я не знаю, как это будет. Это ей можно высохнуть и облупляться. А це чистий йод. Ну. Чуть заработки руки. Ой. Ой. Запах сліз виривають. Фу, чувствує запах сльози тісють. Ребят, кое чувство. Ребят, для этого полезного меду. Если вы болеете или вы старенький, это кто? Ребята, это просто для этого способа вам надо прогнать всех пчел, это не обязательно. Для этого способа надо нарвать белые дуванчики, какие двухают, наверное. Ну, короче, они белого, короче, они жовтого кольору. Жовтого кольору, квитки такие. Нарвете їх, потім поберете ліпістки, залите воду ложкою, мішаєте, поки не стане густий, і кушайте. А ви взагалі як? Любите згущенку? Я не люблю. Може хтось любить, напишіть у коментарі, якщо вони відкриті, звісно. Ребята, а вы любите, ребята, вы вообще любите, вообще нутеллу? Нутеллу я не люблю. Можно пусть любить. Но, а ладно, ребята, меня зовут Кек. Сидаю за компьютер. Буду сейчас робить на ютубе. Да, вчера уже вышли два ролика, сегодня тоже выйдет два ролика. Ладно, ребята, давайте пока.